Он не поел. Первый раз здесь. Я летом бегал. Ну я давно собирался, тут у меня получилось, что как бы соревнований никаких нету, не попадает. Ну вот решил пробежать. Ну что-то с января как начались минус 25, так и идет. Ничего, нормально, пробежим. Жилеты! Хорошо, морозно. Погода не мешает? Да нет, в принципе, каждый год вся погода. Это у нас как бы переходящий кубок. Мы его вручали каждый год участнику, который стал абсолютным победителем этого нынешнего года. Да? Но у нас на этом кубке, видите, с одной стороны мы вносим именно победителей женщин, с другой стороны мужчины. И вот уже 8 лет, как мы проводили, потому что, говорил, 9-й год у нас был кросс-поход просто. И вот чье имя трижды попадет на этот кубок, тому мы его отдаем на вечное хранение. Вот здесь Антон Азанов у нас уже трижды вписан его фамилия как победителя. И мы передадим ему на вечное хранение. Вот у нас уже готов следующий кубок, которым также будут нанесены имена, и которого ждет та же участь. Перейти на вечное хранение к тому, кто трижды будет вписан. Тут у вас третье, но так у вас второе. И медаль у вас серебряная. Сегодня вы абсолютный пьедестал запланировали. Это на память об закрытии Олимпиады. Спасибо. Олег Шаталов. В прошлом году он у нас был третьим. Стал у нас Кулыбердин Павел. И победителем в своей возрастной группе. Наш спонсор Монорака вручает ему сертификат на 2500, который он может выполнить в магазине Монорака. И это золотой слиток, но сладкий. Ура! Спасибо! Гонка, так скажем, очень интересная, трасса тоже. Мне как бы рассказывали, предупреждали, в принципе, там про крутые подъемы и так далее, но оказалось все намного интереснее. Сначала шел настоящий тур де ски, так скажем, гонка в гору. Все в гору, в гору. В конце вообще лоб стоячий. Но я решил тактику избрать, сразу уйти в отрыв, чтобы потом не было никаких форс-мажоров в качестве падения и так далее. В принципе, у меня получилось, я ушел в отрыв, проработал до верха горы. Ну, когда спуск начался, я не торопился лыжи снимать. Там разочек упал, потом лыжи снял, сбежал бегом. Ну и дальше на лыжах все. Там настоящие горные лыжи, повороты, слалом. Потом, ну и в общем, до конца пришлось так поработать, потому что не знал отрыв какой, как бы возможности были догнать меня.